Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы отдыхаем в отеле Long Beach. Клад. Мы в этом видео хотим показать вам территорию. Люди купаются вообще в бассейне. Пойдем по территории, погуляем, посмотрим, что есть тут, что за территория. Мы только приехали. В предыдущем видео посмотрите обязательно номер наш, как мы приехали, заселялись. Вот, еще раз говорю, отель Long Beach находится в Алании. И пойдемте с нами смотреть территорию отеля. Сегодня очень сильный ветер, но тем не менее там дети купаются, там купаются. Пойдемте его потрогаем, этот бассейн с подогревом. Если он с подогревом, то завтра пойдем сюда купаться. Сегодня сильный ветер, завтра получше будет и завтра. Там дети купаются. Да, пойдемте сейчас потрогаем бассейн. Я даже не верю, что я здесь иду, в этом отеле. Мы так хотели. Ну, так хотела в этот отель попасть. Там он и снэк-бар какой-то есть еще. У нас там где-то с той стороны, он, мне кажется. И смотри, вон внутри. А, вот где внутри едят еще. Пицца. Вон пицца, кстати, есть. Ох. Пойдемте туда. Класс. Как они купаются, такой ветер сильный. Будем трогать. Ой, какой красивый. Ну, вода не ледяная. Потрогаем. Сейчас я потрогаю здесь. Ну, дети купаются. Нет, стой, то ноги сейчас промокнут у тебя. Давай потрогаем. Она теплая. О, она теплая вообще. Все, завтра сюда пойдем. Реально вода теплая. Дети купаются. Смотрите, как круто. Очень красиво. Купаться? Ветер сильный. Пойдемте к бабушке туда. Подождите, еще посмотрим. Здесь, кстати, очень много бассейнов. Опять кушает. Мы только что из ресторана. А, тут столько еды. Вот, смотрите, здесь и курочка есть, и наггетсы, и кольца луковые вы любите. Картошка фри. Возьми яблоко. Керем, будешь яблоко? Не можешь достать, что ли? Давай. Керем, подожди, вот. На. Ты грушу или яблоко будешь? Вот яблоко, вот груша. Нет. Ладно, я себе положу. Пойдемте. Сколько тут еды? О, тут пиццу делают. Пиццу хотите? Так, короче, мы хотели посмотреть отель, опять снова еда, еда, еда. Мы хотим найти проход вниз. Туда вниз и на территорию, на другую территорию. Отель разделен, да, кстати, я это не сказала. Находится он в поселке Окуджалар, если я не ошибаюсь. Бассейн там. И отель разделен дорогой, трассой. Вот. Мы сейчас вниз поедем. Да, что едет, не едет. Так, мы вроде нашли проход. Ай. А вот это мы не отсюда только что были. Дай-ка я выйду гляну. О, детский клуб тут. Хотите в детский клуб? Будете в детском клубе оставаться? Давайте посмотрим, как он работает. Шрек, да. С 10 до часу и с 2 до 5.30. Время... Еще 20 минут сегодня работает. А, мы были вот там наверху. Ну, это тоже теплый бассейн, смотри.
Класс. Бассейн с подогревом есть. Да, мы пойдем до моря. Крем, пойдемте, еще закрыто здесь. Закрыто еще. Да, там закрыто еще. В 2 часа открывается, пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, там еще территория большая есть. Туда посмотрим, что там. Отель соединяется вот такой вот, таким туннелем, дорогой к морю. Это подземный переход такой. Да, везде бары, бары прям очень много. Керем. Да, смотрите, какой яркий. Бассейн, потому что наверху бассейн. Идем, идем. Как прикольно. Зачем тебе часы, господи? Вот куда-то еще выход. Вот такой вот переход здесь. Так. Чистенько тогда прям, вообще прям хорошо. Ага. Красота. Чего? А, тут детский городок с этими скалолазанием всякое такое. Я не знаю, работает здесь, мы сейчас посмотрим. Отель, конечно, еще на 100% не работает, потому что апрель месяц. Вообще кошмар, какой ветер. А, да, вот оно, зип-зип. Ну, это платное. О, вообще, какое тут ветрище. Пойдемте до моря, вон. О, здесь есть, это... О, смотрите, кто гуляет там, павлин. Павлин. Да, тут несколько еще бассейнов есть. Я не знаю, куда идти. Ну, давай сначала туда пойдем. Ну, давай, пойдем. Все, он убежал, пойдемте. Керем. Ох, сколько тут много всяких птичек. А, и здесь еще за основным зданием эти бунгало же. Подожди, а мы же там приехали, там не было бунгало. Ну да, надо посмотреть будет. Бар, да. Закрыто пока. Большой отель. Да, огромный. Прям нереально большой бассейн. Ой, бассейн отеля. Все, я путаюсь вообще. О, море. Что тут с пляжем? Вроде хороший такой пляж тут прям, смотри. Красота. Керем, это не работает. Аквапарк вон огромный. Да, и снова какой-то... Снэк-бар с едой. Сосиски, хот-доги. Всякая еда. Здравствуйте. Так, мы проходим дальше. Здесь такой теннисный или футбольный корт. Футбольная площадка, да. И еще один аквапарк. Мы сначала подумали, что это другой отель. Но это не другой отель. Смотрите, здесь бунгало, тут пляж огромный, территория прям пляжа шикарная. И... Да-да, это наш, это еще один аквапарк. Конечно, сделано просто настолько продумано, территория, то есть столько всего, все напихано. Мы сейчас еще встретили гостей Лэнси, нам сказали, что аттракционы
можно покататься тоже. Вот, ну, в общем, мы довольны. Пока что мы довольны. Территорией довольны, отелем довольны, питанием, вообще все прям вот супер. Не знаю, посмотрим, как дальше будет, но вот в данный момент очень классно. Аквапарк здесь, вот еще один аквапарк, но этот не без подогрева, бассейн не работает сейчас. Ой, здесь летом, наверное, классно. Я бы приехала сюда на недельку летом. Прям я вот, мне кажется, супер. Да? Летом. На каникулы. Очень прям. Пляж хороший здесь. Еще один бар, да, какой-то? Ну, он не работает. А здесь вилла. О, как красиво. Куда пойдем? Туда, сюда. Обалдеть. Давайте в виллу зайдем. А вилла сейчас не работает, наверное. Хотя нет, вон там круг какой-то есть, да? Да. Они да. со своим бассейном. А, да, работает. Туда. Смотри, гамак вон такой. Класс. Слушай, ну прям вообще другой мир, да? Вот тут большой отель, да, получается, здание. Сюда раз такой, и тут прям вообще... Релакс такой, да. Домики прям такие красивые. Я всегда думала, что Лонг-Бич это вот одно вот это здание и все. Я не знала, что здесь еще какие-то бунгало. Ну, потому что из дороги не видно вот этих мелких. Ну, да. Ну, так, конечно. Ну, мы живем вот в основном здании. В предыдущем видео как раз рассказывала, показывала. Ну, нам нравится. У нас номер вполне неплохой. У нас стандартный, самый обычный номер. А вот это тоже какие-то бунгало, смотри, коричневые. И там еще бассейн, наверное, с той стороны. Офигеть. Класс. Слушай, а мне тут, а вот смотри, какая прикольная штучка. А, телефон, типа. И здесь вход в отель, наверное, тоже. Да, тоже можно пройти. А, ну вот. Давайте сейчас вот здесь мы еще глянем, секундочку, что здесь есть. Я хочу в виллу зайти. Куда ты в виллу хочешь зайти? Там, там кто-то живет, наверное, в вилле. А, слушай, а мы вышли к машине к нашей, нет? Пойдем, я курточку возьму. А вот это что? Номера. Номера, вот. А где окна? На ту сторону, наверное. И там вон еще что-то впереди. Интересно так, да? Здесь, наверное, на речку. А, с видом на речку. Да. Вот это да. То есть получается... А, тут бассейн, наверное, закрытый. Смотри, тут наверху номера. Но здесь как-то не очень, да, номера? Зато здесь тихо. Ну, зато тихо. Но они маленькие, ну, правда. Слушай, а может, это и не бассейн? А, нет. Туда выходят. Летом там будет очень шумно. Ну да, мне уже написали, что там прям этот... музыка будет. Потому что вся тусня будет там. Ну да, мы пришли, в общем, короче, подсобное какое-то. Да? Нет, почему не здесь вход? Тут, мне кажется, влево туда пройти, и вот она будет прям. Ну, раз уж мы здесь, сейчас мы возьмем Насте жилеточку. Я там оставлю. И тут раз такой выход. Какие-то еще, вот смотри, там еще отели на третьей линии, да, получается? Какой там написано? Алан какой-то. Все, ребят, поехали домой? Нет! А что? А вы забронировали. Забронировали? Да. Красота. Раз, мы и вышли такие. Хейдар, да? Да, он там вот этот Хейдар. Ну, он тоже вроде неплохой такой большой отель. Ну, у нас вот это, Таня. Да, у нас знакомая отдыхала здесь. Да, вот они вот эти. Ой, смотри, классные, да, домики такие? Да. С видом на речку. Класс. Так необычно. И апельсиновый сад вон. Такой большой. Красота. Так, ладно, пойдемте. Мы детей оставили в детском клубе и решили пойти прогуляться еще по территории. Ну, люди загорают, купаются. Вот.
вот снова сюда вернулись, где, собственно, и начинали. Да, давай. В баре вот сейчас мы здесь и сядем, посидим. Мне нравится, что все открыто. Чайку уже попьем. Практически все бары. Да, почти все бары открыты. Это вообще огромный плюс. Ну, в апреле одно так и должно быть, по идее. Вообще на полную должно все работать. Здесь процентов, наверное, на 80. Ну, мне кажется, в начале апреля. Мне кажется, пару недель назад он открылся. Что-то такое я видела. Угу. Людей очень много. Людей много. Ну, не очень, я бы не сказала, что прям вот детей очень. Детей забрали из детского клуба. Понравилось вам? Да. Грустный такой. Керем мне не хотел вообще уходить. Бабушка у нас где? Ну, что там? Там бассейн. Маленький бассейн. Да, с горкой? С горкой, ну, прям с галюшатей. И горка есть, да? Да, ну, маленькая горка. Такой полуповальный. Какой-то людей дофига, тепло, все плещутся, шумно. А, много, да, людей? Мамочка, посиди маме, будь купаться. Да. Мамочка, я хочу на бассейне. Бассейн мы завтра пойдем. Мы пойдемте на лошадке сейчас еще покатаемся. Здесь есть живые лошадки. Здесь спа, наверное, да? А, спа какой красивый. Рыбки, да. А, бассейн? Ну, я думаю, мы завтра в открытый уже пойдем. Я надеюсь. Я тоже надеюсь. Где-то тут конюшня. Где-то здесь, сказали, выводят лошадок. Мне кажется, куда-то сюда вот. Да нет, где-то здесь рядом. Кирилл, вы что-то там смотрите? Уходить. Не знаю. Мы первые? Мы первые. Тут никого нету. Вон лошадки, смотри. Коняшки, лошадки, смотри, вон идут. Пони. Маленькие. Он, наверное, куда-то их ведет. Сейчас мы посмотрим, куда он их ведет. Ой, застряли. Да, застряли. Смеемся. Дмир. Держись. Чуть не уехал. А? Подожди, сначала Дмир, потом ты по очереди. Дядя же не 10 рук. Пока, Дмир. Ну это мы, короче. Страшно? И сырьем он? Угу, да, правильно. И Керем следующий. Ой, блин, вообще классно. Тут бесплатные аттракционы есть. Немного, но они есть, и они бесплатные. Это круто, кстати, для отеля. На лошадке будешь? А вон качели еще есть классные. Давайте на лошадке, давай. Красота. Не боишься? Держись. Номер, у нас тут такой вот комплимент от отеля, очень приятно. Вино, фрукты, бокалы, красота, спасибо отелю. А еще вот такую вот бумажечку нам кинули. Приглашают нас в итальянский ресторан, сейчас посмотрим. Дорогие гости, приглашаем вас посетить наш итальянский а-ля-карт ресторан. Ждем вас 12.04.18.30. Класс. Let's go.